«Сделать чище свой город» – общая цель объединила в эти выходные жителей округа. Очистить парк от мусора собрались порядка 50 человек – неравнодушные граждане, сотрудники коммунальных служб и местные депутаты. В субботнике принял участие и глава округа Андрей Иванов. Предлагаю сегодня развеяться, размяться, подышать свежим воздухом, потрудиться и сделать доброе дело. Вооружившись перчатками, все участники субботника приступили к работе. Сухие ветки, упавшие деревья и разбросанный мусор быстро были убраны. И, конечно, теплая погода положительно повлияла на настроение всех собравшихся. Вчера у нас был ураган, да, все переживали, а сегодня яркое солнце, свежий воздух, лес, труд. Прекрасно все. Большой дружной компанией жители города пришли в парк, чтобы очистить его от мусора и упавших деревьев. И даже порывистый ветер сменился на солнечную погоду. Участники признаются, содержать место, где живешь, в чистоте и порядке – обязанность каждого. И задумываться об экологии можно и нужно не только по традиционным субботникам. Мы увидели уже и птичек, и мышек всех. Наверное, здесь очень чисто, правильно? Хороший воздух, замечательная природа. Юлия Ткачук, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».